Друзья, сегодня на вечер у нас креветочки. Рецепт очень простой. Покупаем королевские креветки. Их буквально в кипятке 1-2 минуты провариваем на сильном огне, так сказать. Добавляем сюда петрушку чуть-чуть, укропчик. И чуть-чуть, ну буквально там, не знаю, грамм 30-40 сливочного масла и соли. Все, они проварены. Здесь в отдельный тарик, в отдельной сковородке готовим соус. Соус из чего состоит? Здесь 3-4 столовых ложки растительного масла, грамм 40 сливочного масла, чеснок целая головка, базилик и, ну, я добавил красный перец и приправы на усмотрение. Даем всей этой массе, так сказать, хорошенечко нагреться. Долго тоже не жарить не нужно. Нужно просто присануть базилик и чесночок, чтобы он выдал весь аромат своим маслом. Потом все это дело добавляем сюда и перемешиваем. И наше блюдо готово. Вот, друзья, наш соус добавили сюда в креветочки. Здесь еще от креветок чуть-чуть оставляем собственный сок, чтобы это все перемешалось. Было просто очень вкусно и замечательно. Сейчас будем трапезничать, ужинать. Вот в итоге получается такая красота. И вот такая вот красота получилась. Это просто очень вкусно. Поверьте на слово. Попробуйте данный рецепт у себя. И потом в комментариях под видео напишите. Всем пока!